Тяжелая и неказиста жизнь простого спиннингиста. Ветер, да, очень сильный. Но будем тут только джиговать, по-другому никак. Причем немалыми грузами таким. Такой ветер. А тропы уже набиты. Ходят люди. Значит, и есть щука. Прям, можно сказать, сишка. Спиннингистская сишка. Вот она. С ветерка хоть не так много. Блин, давай глядишь, шляпу снесет. Сильный ветер. Еще одна сишка. Вот прям снежка. Может, даже не на спиннинг ловили. На этом отрезке ничего, тишина. Попробуем сейчас проехать подальше, выше по течению. Местечко прибыли. Что тут у нас? Купаешь, да? О, трясина. Трясина. Засасывает. Туда пролезть по корням. По корням. Так вот. Не очень ветер, откровенно говоря. Взяла прям под кустами. Такая полторашечка, ребят, на Варуну. На Варуну. Сейчас покажу, что сделал. Вот такая красотка. Чтобы не быть голословным, сейчас ее взвесим сразу. Наверное, кило 300 где-то, я думаю. Вот полторашечка. А нет, кило 100.
Забыл я уже их вес с прошлого года, считай. Килушка. Сейчас покажу, как ее поймал, интересно. Кидал, вообще ничего не было. Сработало местечко-то. В траве все стоит, возле берега. Кидал на дальней дистанции, ничего не было. Потом, сейчас покажу, что я сделал. Я вот так вот сделал буквально. Вот так вот опустил приманку. И вот так вот поигрался. Зад-вперед. И она выскочила из-под травы. Считай, подо мной была. А на дальних дистанциях вообще молчок. Одна стояла. Такая воронка. От Биркинга. Биркинговская. Трава она вся стоит. Как закидывает туда, непонятно. С таким ветром не получается. Не получается забросы. Ой. Так, пройдемся дальше. Ага, туда у меня есть проход. Не знаю, насколько там получится кинуть мелко. Так бы, может, получилось. А вот с ветром это, конечно, проблематично делать. Все. Здесь, в общем, на мели ничего нету. Проследуем дальше. Пройдем. Я думаю, что-нибудь еще должны взять. Вроде активное. Так, здесь что у нас? Встать можно? Можно. Сразу прошу прощения за звук. Что-то подцепил. Эх, е-мое. На самом деле, друзья, что у меня есть? Щучья погода. Щучья прям. Дождик подкапывает. Ветрище невозможное. И пасмурно. Все как должно быть. С ветром, конечно, перебор. Не получается как следует сделать проводку хорошую. Не получается. С трудом-то получается кидать. Ух ты, удар. Удар был небольшой. Ну что, окунь. Конечно, тут по-хорошему блюком бы пройтись. Но не получится. Опа, опа. Что такое, опять что ли? Опять кто-то попытался взять, наверное, какой-то мелкий щуренок. Удар опять был. Там сидит определенно. Попробуем его выловить. Мало мест, где можно прокинуть. Мало. Вон все заросшее, получается, не подойти.
не пробраться к мышах. Крутовато спуски, ё-моё. Друзья, срезала свою варварму под камыш, поставила такую вот блёсенку. Попробую на нее. Еще одно местечко прибыли. Так, заход тут есть или нет? Вода, может быть. Еще одна небольшая щучка прямо здесь под берегом атаковала, но слишком маленькая, не попала, даже не то что не попала, не заколотила. У меня большой этот 150-миллиметровый силикон. Сейчас, если ветер утих, я бы и на воблеры взял. Тут место прям для воблеров. Вон туда были следы. Были. Но прошли. Она щука-то есть. Ее надо приманки подобрать. Ну, все, пошел. Рыба моей мечты. Щукой-то конкретно. Злой. О. Приманка и вон. Да вот здесь, под берегом. Где она может брать еще? Под берегом и берутся. Че, хочешь такую же? Как зло-то взяла. А ворона работает, ребят. По большим и по малым. Нас интересуют поболее особи. Все эти малыши резвые, понятно. Ветер прокатился, вообще такая красота. Ну ладь вообще наступил. Ух ты, да. Я что-то небольшое.
щука что-то не берет, решил попробую взять ультралайт на микроджиг поджиговать. Палочка Дайо Black Dragon в росте 1,98 м, 1,7 грамм. И тысячная катушка Круизер. Такой комплектик. Есть кто-то на ультралайт попался. Укушок, наверное, бьет какая. Не знаю, но классно. Рывки окушины. Ух ты. Ух ты. Ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты. Кто там у нас? Разбойник. Какой красный. Перья вообще. Перья такие красные. Ага. Вот такой красавец. На 3 грамма. Ультрик. Микроджиг. Блин, надо его зафоткать. Он красивый такой. И нет, не дал сфоткаться. Классно вообще отыгрывает. Даже от такого небольшого окушка эмоции прям. Порядочно. Машка пошла вообще. Капец.